Хей, ребят, всем привет, с вами Майк Веном, и это канал Пиксель. Сегодня произошло какое-то совпадение. День, когда я снимаю это видео, пятница 13-е. И мне с Алиэкспресс пришла вот такая посылка. Маск, здесь находится в этой посылке маска Джейсона из фильма «Пятница 13-е». Совпадение? Не думаю. У меня есть еще одна посылка, которая связана с какой-то датой. Но о ней в следующем выпуске. Можете, если хотите, можете в комментариях написать, что там находится. Если кто-то угадает, я подарю ему нож-кредитку. Ну, а сейчас давайте приступим к распаковке этой посылки. Вот наша маска. Она... Так, это нам больше не понадобится. Она у нас вот в таком поролоне. Что-то, не знаю, как правильно называется. Ох ты, да большой. И вот она, сама маска. Она еще завернута в целлофан. Не, господи, какая она красивая. О, вот она. Так, сначала давайте пробежимся по ее характеристикам. Маска Джейсона из фильма «Пятница 13-е». Материал, из которого изготовлена эта маска, твердый пластик. Ну, цвет тут видно золотой. Цена такой маски составляет 215 рублей 95 копеек на сайте aliexpress.com. В наборе идет только одна вот такая маска. Она вот тут сделан вид, что она потрепанная такая. Вот такая вот. Липучка, как ее назвать, резинка, держалка. Так, ну, в общем, про маску больше нечего сказать. Давайте я просто покажу, как она сидит. Ребят, вот так вот там у меня сидит эта маска. Выглядит она довольно круто. Хотя я в зеркало еще не смотрел. Но не хватает заказать какие-нибудь линзы, которые полностью закрывают глаза черным цветом. И было бы вообще шикарно.